У Сєвєродонецьку пройшли відкриті обласні змагання з кікбоксингу «Вако». У ньому взяли участь понад 100 спортсменів різного віку з Луганщини. Оцінювали змагання 10 суддів. Отець відправив на бокс. Мені спочатку не подобалося, він мене заставляв, а потім сам захотів ходити. Я пытаюсь все время принимать участие во всех соревнованиях. Я мечтаю попасть в украинскую сборную и представлять нашу Луганскую область. Хочу принести призовые места. В этом году было принято решение при поддержке Федерации ВАКО кикбоксинга Украины, при поддержке облдержадминистрации, горсовета, провести первые открытые областные соревнования с перспективой того, что мы формируем сборную, которая поедет на чемпионат Украины. Сегодня максимальное внимание, максимальный взгляд за нашими спортсменами, за их техническими данными, также характером их. Так что сегодня все очень напряжены, как судейская коллегия, так как спортсмены, так и тренера. Детей готовим постоянно, как бы они всегда в форме. Были соревнования в Сватово, проходили у нас в Северодонецке. Всегда как бы дети в тонусе, у нас нет расслабления. Всегда тренируемся без выходных.